Сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России снова проверяют проходимость зареченских дворов. В рамках межведомственного профилактического рейда они проинспектировали состояние внутриквартальных проездов. Цель рейда – выявление владельцев автомобилей, препятствующих проезду спецавтотехники, и проведение разъяснительной работы с гражданами города о недопустимости нарушений правил расстановки личного автотранспорта. Неправильно припаркованный автомобиль может отнять ценное время у сотрудников пожарной охраны. В чрезвычайной ситуации, когда пожарных поднимают по тревоге, дорога каждая секунда. Сотрудникам МЧС нужно добраться до места происшествия как можно быстрее, чтобы спасти людей и не дать огню распространиться. Поэтому во время рейдов они разъясняют зареченцам, насколько важно парковать машины так, чтобы они не загромождали проезды и не становились препятствием для спецавтотехники. Рейды по внутриквартальным проездам проводятся систематически, однако еще остаются дворы, в которых спецавтотехника не может проехать. Вместе с пожарными в рейды выходят и сотрудники полиции. Они помогают искать владельцев транспортных средств, которые мешают проезду автоцистерны. На нарушителей составляются административные протоколы и выписывается штраф в размере до 2000 рублей. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».